Друзья, всем привет! Сегодня мы на рыбалке на зимней, приехали половить на жерлице. Ну, пока что ничего не клюет, пока сработок нету, и, пользуясь случаем, хотел поделиться своими впечатлениями про снегоход ProMax SRX 500. 500 – это значение ширины гусянки, которой вполне достаточно для езды на таком снегоходе. Значит, проехал я на нем примерно где-то, ну, 8 километров. Вот. Ну, я скажу так, что управляю, в принципе, на скорости нормально управляется. Ход лыж, застыли уже лыжи, немножко подстывает. Вот. Поворот руля, в принципе, плавный, поворачивать легко. Скорость я на нем попытался развить максимально, пока получилось 83 километра я развил скорость, спидометр показывал. Значит, это по накатанной. Здесь накатали, вот тоже снегоходы, по ней я разогнался до 83. Ручки греют офигенно, чем больше газу даешь, тем сильнее они нагреваются. Может быть, это у всех так, точно не знаю, потому что у меня в пользовании такой снегоход первый раз. Ну, управляемся нормально, вот вдвоем нормально идет, неплохо. Вот ехал там по полю, были такие вот бугорки, в принципе, ведет себя мягко, сильно, ну, скажем так, смягчение идет, не жесткое, а вот мягкое идет. Вот, в этом плюс идет. Ну, а подробности буду рассказывать постепенно, может, где-то нюансы будут, что понравится, что не понравится, в следующих сериях будет. Ну, вот самый главный узел управления – это лыжи. Вообще-то у всех снегоходов вот, должны быть стоять такие широкие накладки. Это очень огромный плюс дает по проходимости. Ну, единственное, что здесь не хватает, это спинки, так что есть модели такие же, есть со спинками, но в этой модели спинки нету, здесь не хватает спинки. Кофр, в принципе, нормальный такой, посмотрим, будет он нормальный, нет, ну, вроде такой жесткий, жесткого типа, сколько там, 46 литров, по-моему, что ли, вот, и как бы не хватает еще вот здесь вот пассажиру, когда сидит, держаться за ручки неудобно. Слишком вот эти ручки, даже если за них держаться, они низко сделаны. Как бы надо бы, конечно, я хотел бы, чтобы разработчики чуть-чуть еще добавили сюда ручки, чтобы мог держаться пассажир руками, чтобы вниз не тянуться, потому что так неудобно. Вот. Подставка, вот это вот, что для ног, она здесь такая зубчатая, то есть чтобы снег особо не собирался и можно было легко чистить вот здесь вот снег, чтобы не образовался лед, снег. Вот. Ну, здесь будет образоваться лед, потому что здесь идет тепло от двигателя. Ноги туда ставишь и ноги еще греет. Вот. Ну, тоже как бы такое пространство для обогрева ног. Подвеска тут склизовая, катковая. Ну, нормально идет, кстати, неплохо. Пластмассовый брызговик. Что еще? Ну и вот как бы такой дизайн у него. Ну, пока что все. Я думаю, пока такого достаточно. Дальше будут еще обзоры.